Друзья, я сейчас лазила по болотам больше 5 часов по лесу на предмет дактилоризы. Конечно, я же не нашла ничего, как ожидалось. Вот я себе выкопала в пакетике василисник весной. Он такой пушистостью цветет, очень душистый, светло-желтенький. И листики такие, как укропчик. Замечательно, вот этот в пакетике. Кустик взяла. Тут такие интересные артефакты находятся. Посмотрите, вот это, например, хоста. Хоста просто в болоте. Тут совершенно бесхозные места. Неухоженные, не чьи-то. Вот посмотрите, какая чудесная, огромная хоста. Тут растет. Вообще. Правда, вот слабо так в лесу найти культурное растение. Она на самом деле большая. Вот она тут вся поросла. Вот тут можно что в Подмосковье отыскать, друзья. Слышите, как птицы поют? Как сумасшедшие. В мае тут такой шум в лесу. Так приятно. Знаете, какая тут красотень. Сейчас был дождь такой сильный. Ох, и воздуха столько после Москвы. Я прям наслаждаюсь прогулками такими.